Армен передает привет. Садись, садись, Степан. Ты что делаешь? Это что? Ну что ж, брат Вздуцкий вернулся. Такие у меня шортики, конечно, занимательные. Вы сейчас где находитесь, скажите мне? В самом верху, где, блядь, ограбление. Вы ебанутые, что ли? Я в самом низу, где вот череп розовый, короче, нарисован. Ну тебе на штрафстоянке. Так, ну я сейчас пошел до штрафстоянки, короче. А вторая возле вас, кстати говоря, вам повезло. Тут у чувака велосипедик стоит. И, может быть, смогу угнать велосипед? Велосипед — это тоже транспортное средство, которое нужно, что, или что? Просто велосипед стоит. Да меня дропает. Почему я не могу угнать велосипед? Почему не могу его угнать? Так, окей. Сейчас, короче, я добегу до места, где, возможно, мне дадут тачку в аренду. Поеду до места, где мою, скорее всего, машину держат. И поеду к вам. Я сижу, короче, на диете ПП, пиво и пицца. Выпить. Он, я так понимаю, не открывая крышечки, да, сразу? И заесть пиццей. У меня к руке прилипла грязная тарелка, но я не собираюсь ее есть. А, все, вроде ничего. Я, короче, понял, Абуз, если у тебя есть машина, гораздо легче закончить игру у штрафстоянки. То есть ты приезжаешь к штрафстоянке, выходишь, ее угоняют на эту штрафстоянку, она там стоит, ты заходишь, платишь сколько там надо, она еще и починенная при этом. Тебе никуда пиздохать не нужно, как мне сейчас, через весь город. Цены, у меня нет персонажа на аккаунте. Я авторизовался, у меня нет персонажа. То есть ты зашел, у тебя просто удалился персонаж? А, все. Че такое? Че, я в даунтаун зашел. А, я понял. Ну, первое в основном, ключевое, это даун. Так, я добежал до штрафстоянки наконец-то. Мне нужно у инспектора, да, охранник штрафстоянки. Да, да. $350, пиздос. А где моя машина? Все, она сейчас там появится. Ну что, моя ласточка? Я пришел. Я на колесах, вы где? У меня почти третий, мне третий нужен. Роме тоже нужен третий, поедем на дайвинг. Пойдем помой. Пойдем в казино, мужики, тут казино рядом. В казино, сейчас я еду. Подолжите денег, да, то я на такие. Сотку тебе. Я тебе полтос дам. Самые щедрые, Влад. Рома, я здесь. Где? Вон я. Да я вот с другой стороны стою. Он, ебать, ты симпатичный. Прикольные сапожки. Давай поздороваемся. Как тут поздороваться? Пожать руку. Рома тебе говорит, что ты урод. Ебать, ты урод. Просто урод. Мне больше нравятся твои брови. Ты Степан Кучма, что ли? Кучума, Степан. А как ты себе поставил картинку на аватарку, Рома? А ты тут всё. Местный, нет? Ну да нет, что приехал с Гавайи. Видишь, у меня гавайские шорты, на жопе пальмы. Я просто вот как дань прошлому. Я с Донецкой, я с Украины. Я сейчас добавлю Рома. Ну и что делают все донецкие гражданины, приезжая в Америку? Казино. Казино, конечно. Гражданины и граждане, и гражданиночки. Смотри, какая у меня походка, я просто брать... Просто Рама. Корнилий, пожалуйста, дай денег немножко. Ебать, бык стоит, блядь. Я тебе дам 100. Комиссия банкомата 4%? Чё, блядь? Вот я, 197. Степан, ей папки-то есть, иди меня фишка. Я пойду на меня. Вот какой-то джекпот есть. Вот ставки от 5, короче, ставим на черное. Ставки сделаны, ставок больше нет. Черное. 5 на черное. Так. Я потерял 5. Я все ставил на красное, у меня 17 на красное. Так, поехали. Была не была. Если выиграю, то выиграю. Если не выиграю, то не выиграю. Одна ошибка, и ты ошибся. Ты черная тварь! И чё, а где я? Степан, ты где? Возле моей тачи. Это моя машина. Сейчас гонку тогда устроим. Да, давайте гонку. От первого лица желательно. Так а куда едем-то? Где Брэд? Вот он я. Ну что ты делаешь? Ну, ребята, вы даете. Где вот он я-то? Ну вот он рядом стоит, Вова. Ты рофлишь? Я не вижу, нету. Я слева тебя стою. Вова, опять потеря пакета. Нету, я вам клянусь. Вова, едь, а Влад за нами поедет, он видит нас. Да куда? Так он-то нас видит, я-то его не вижу. Подожди, стой, давай определимся, куда едем. Давай, стоять. Сейчас я скажу, куда едем. Я предлагаю приехать к мексиканской мафии, послать их нахуй, и вот оттуда начинается гонка. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Не, поехали к мексиканской мафии, въебем им, короче, и будем убегать. Да, я о чем и говорю. Давайте, короче, просто я приезжаю,
Степан выходит, говорит это за русскую мафию, короче, бьет одного, мы садимся и уезжаем. Давай, давай, хорошо, поехали. Не-не, или лучше еще привет от Армена, короче, там, привет от Армена, бля, и просто, и уезжаешь. Вы понимаете, что они просто достанут пистолеты, и вы не успеете убежать? У меня, я даже молоток не могу экипировать. Так, и чё, где, я просто не вижу, где Брэд, он рядом где-то? Я сзади, я прямо сзади вас, Юр. Трома, видишь меня? Так, пацаны. Степан. Тут нет людей, сейчас во второй заезд. Все, мы готовы? Да, мы готовы. Заезжай внутрь. Давай. Че, давайте вот этому чуваку ебем? Армен передает привет! Да все, уезжай. Садись, Степан! Степанов ФК стоит! Степан! Степа! Степан, да мы не до конца, Степан, уезжай! Залезай, Степа, они вызвали подмогу, Степа! Степа, ты чё, блядь? Я не могу, у меня лагает, блядь! У меня не двигается человек! Сидите, гайс! Садись быстрее! Ну, как же ты медленно обходишь быстрее! Степа! Господи, как же ты медленно обходил, блядь. Не вовремя. О, Брэдов, я нашел Брэдов с Дудски, но ты без машины, ты паришь просто. И чё, куда едем? Я в магазин, короче, поехал, мне поесть надо. Стоп, предлагаю поехать теперь в армянскую мафию и сказать, что Амиго передает привет. Они за нами, блядь, сейчас поедут, они куда-то выехали на машине. Где армянская, подожди, где армянская? Так а давай отъедем от мексиканского, вот почему ты стоишь? За нами едут, блядь, уезжай, Рома! Вова, уезжай! Все, уезжай, блядь! Пиздец там! Ладно, давай, блядь, в траву, нахуй! В траву! Давай, блядь! На трассу! На трассу выезжаем, там оторвемся. Там забор, пацаны, мне не перепрыгнуть! Все, я сныкался. Пацаны, давайте вернемся и споем им песню. Я горячий мексиканец, выхожу с тобой на танец, блядь. Ты где? Нет. Ты где, скажи ты? Мы внизу. Да я не вижу никого, у меня нету врагов. У меня никого нет, блядь. Мы стоим внизу. Я в магазин ближайший поехал. Как это, к армянской мафии и от мексиканцев привет передадим. Мы развяжем войну. Да, поехали. Армен передает привет. Да главное, что я после этого оттянул Роме. Я просто стоял, просто забыл, два удара Роме нанес. Ты Роме выебал, что ли? Да, а потом развернулся и еще раз. Я горячий мексиканец, выходи со мной на танец, а не то я всю твою нахуй вырежу семью. Все, я вижу тебя. Я тебя нет. Я не вижу. Ты серьезно я сейчас? Резались. Мы у тебя просто вмотались. Короче, я за тобой поехал. Давай. Тебя трясет просто. Ты к армянской едешь? Че говорить будем армянам? Скажи, от горячих Амиго, блядь, что-нибудь такое. Давайте только сначала выйдем спокойно, сгруппируемся и начнем пиздить, а потом быстро мы уедем. Понимаешь, что мы тогда сели, а ты стоял, и тебя просто мудохали три мексиканца. И мы так просто стояли. Сейчас, короче, нужно придумать план. Давайте вдалеке встанем где-нибудь. Да. Я возьму оружие, подготовимся. Налет на мафию. Я, короче, Между прочим, тут вы меня видите? Вы за мной ехали где-то, нет? Я тут, блядь, машину перевернул. Пацаны, машину перевернул. Блять, это мафия, Влад, он поймал нас, Влад, едь, уезжай, это он, блядь. Это от армян, говорит, это от армян, Боба, уезжай, нахуй, тут мексиканец, блядь. Он за мной едет. У него машина крутая, блядь. Короче, я срезаю. Давай. А чё, они поверили, что это мы? Да. Они поехали к другой мафии. Сейчас нормально, сейчас он перевернет нас, зашибись, поехали. Уезжаем. Вниз, через поля, давай, хуярь, блядь, вообще. Он за мной едет, блядь. Мужики, вы где? Давайте я пока, короче, перезайду. А, блядь, у меня машину на штрафстоянку. Я, короче, до штрафстоянки поехал, чтобы перезайти и забрать свою машину. Просто нажимай D или A. Он говорит, я не слышу из-за головы. Я тоже не слышу, блядь. Сейчас сказал повториться еще раз такое и нам пизда от него. Убегай, просто убегай. Они подвигаются. Там полиция едет, извини, Степан, я убегаю. Ты не двигается-то, блядь, алё. Я не знаю. Ты в машине, возможно, застрял. Я скрылся, короче, в ёлке. Он тебе говорит что-нибудь? Там чел возле тебя тусуется. Нет. Бля, я, конечно, побежал отсюда, я пробежал. Он
Он мне докопался до меня, ведь он докопался. Как он вас нашел? Я ебу, что ж пиздец, не знаю. Мы просто приехали к армянам, так если бы мы там не поехали, он... Он бы нас не нашел, да. Я сдвинулся, Влад, ты где? Я его загнал в яму, он там спустился и не может заехать обратно. Надо, короче, убегать отсюда, либо машину развернуть. Как это сделать? Машина просто перевернутая, что с ней делать? Я застрял теперь в машине, лол. Я зачем-то нажал... Я возле машины, я застрял в тачке. Ты в своей? Возле своей? Да, да. Степан, ёбни меня, пожалуйста. Ты не можешь меня ударить. Из-за того, что Вова ныл, я не слышал, что он нам говорил. Он сказал, что еще раз такое повторится, пизда вам от меня лично. А кто он и что? Ну, судя по всему, он хуёвый мафиози, потому что его заставляют стоять на воротах. Я вам сказал, вы от армянской, типа... А мы не от такой. Он мексиканец, получается, да? Да, 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 это был мексиканец. Сказали ему пизды. Он поехал разбираться, которые мы хотели приехать. То есть мы слишком быстро поехали, получается, к армянам. Да, 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 да. Но получается, мы все заруинили. То есть если бы мы не поехали, он бы доехал до армян, дал бы им пизды, и развязалась бы война, правильно? То есть мы все заруинили. Он же уже от них ехал, или нет? Все, я пришел в себя, все, расслабься, все. Нужно накопить бабок на оружие, надо нормальное оружие, чтобы как-то противостоять этим пацанам. Стрелять-то какой у них смысл? Понимаешь, это нормальная мафия это делает, они просто подъезжают на машине, стреляют из машины и уезжают. Кто выходит с молотка, блядь, приписывается, кто? Батя в шлеме прямо, прикиньте. Ты от первого лица играешь? Да. Он плывет, ты третий левел взял, да? Влад, я въебал ему, он бычил на меня, я ему въебал, где ты? Я еду на велосипеде с розовым шлемом, подожди меня. Все, ебать, он едет на велике, можно вообще на велике это. Я еду быстрее, понимаете, еду чуть-чуть медленнее, чем чел на мопеде. Все, минус 350. Минус 350. Поехали сначала в Comedy Club, съездим, может быть, там выступление идет. Мне кажется, там только вечером. Мне кажется, на ограбление очень много можно поднять. Там, мол, тебе не дают никаких. Ладно, я просто нахуй. Я видел, как ты уебищно выпал, причем. Сейчас клуб не работает, я понял. Что ты делаешь? Не открывается. Потому что я ее закрыл. Что ты делаешь, блядь? Садись, я пересел. Мне не нравится, что ты за рулем. Заведи, я доеду. Да что ты делаешь, блядь? Что ты делаешь? Зачем ты, блядь, что ты делаешь? Обойди ее. Рама. А? Посмотри на меня. Ты так вот видишь? А ты? Ты черт. Так, знаешь, куда поехали? Только езжай нормально, у меня денег нет, чтобы ее чинить. Ты меня залагал. Рама. Рома нас хуярит по дороге как может только. Рома, давай я поведу, потому что тебя колдоебит, и у нас уже колесо отваливается, Рома. Как меня колдоебит? Все нормально едет. Просто как будто диджей за рулем. Чуку-чуку-чуку. Нас просто кидает назад-вперед, назад-вперед, понимаешь? О, в армию призываю, блядь. Пожалуйста, выйди, дай я поведу. А все, приехали. Машина уже в говно, Рома, дай я поведу. Просто пиздос, ты просто машину разъебал. У меня она целая, не знаю, что. Че, в армию поедем, может? Зачем, к русским давай. А где русские? Вот тут особняк, это есть русский. А. Че, попросимся к ним или что? Ну да. Мужики стоят. Тут реально просто чел стоит, типа, стоит у ворот. Да, да, да. Там мы же к мексиканцам приезжали, та же херня. Че, пойдем спросим, как попасть в русскую мафию? Ты говоришь, я стою рядом, как в школе. Кстати, а как попасть в русскую мафию? Сейчас я сообщу, если вы на прием. Да, мы на прием, да. Подожди, я машину закрою, вдруг угонят. Русские просто. Сейчас они созвонятся по телефону с челом. Известная национальность. Я тоже буду отжиматься. Показать козу. Может просто забежим внутрь туда? Рома. Может просто вломимся? Нас забьют. Кто тут на собеседование? Вот два человека. Я тоже не понял. Зачем ты раком, Рома, перед ним стоял? Спросили на собеседование. Пойдем на собеседование, нас позвали, пойдем. А куда, молодой человек? Выйти без анкеты. А, все, извините. Я думал, нас пригласили на собеседование, ладно. Как сложно, блин!
происходит. Чекай, чекай, чекай. Опа. Увидел? Да. Кайф. Честно говоря, мне страшно проходить. Если мы же если замажемся в этом, то все, назад дороги нет. Все, стой так, стой так, стой так. Пусть знаешь, что мы это нормальные пацаны. Сейчас что-нибудь, подожди, сейчас что-нибудь тоже замучу. Стойка. Руки на поясе. Все. Все. Все, стоим. У этого Ивана же просто работа стоять, блядь, понимаешь? Просто он заходит в игру и стоит. Буду грустно сидеть. Ебать, тут приезжают, конечно, тачки. Говорит, уже вызвали такси. Я что тут стою? Ты что делаешь? Ват, ты что делаешь? Это что? Что там происходит? Мне уже интересно. Я понял. Вот, подожди, давай я сделаю фемейл, а ты мейл. Мне плохо. Вот, он идет к нам. Все. Жаль, хватит заниматься, пожалуйста. Непотребством своим. Ладно, хорошо, извините. Нам даже не дали с сексом позаниматься. Блять, у меня слезы пошли. Это что делал? Ой, блять. Че было-то? Пиздас. Сука, мне смешно, пизда. Короче, там есть неприличные жесты, мне говорит, плохо. Там есть неприличные жесты. Можно за мужчину, за женщину, типа, движение сделать. Я нажал за женщину. И я стоял в воздухе, как будто меня ебали. Подошел Степан Кучма и начал делать то же самое. Ой, блядь. Потом к нам подошел чел и сказал... Он засмеялся и сказал, что, чуваки, перестаньте непотребства всякие делать. Теперь Рома стоит и ковыряется в жопе именно. Неприличные. Секс фемейл, секс мейл. Я хочу секс мейл посмотреть. Так, понял. А чел просто стоит, типа... Давай спросим, сколько он зарабатывает, типа... Может быть, это знаешь, как в бойцовском клубе, где Тайлер Дёрден говорил, что нужно стоять снаружи, да, там 3-4 дня, блядь. Может, тут реально 3-4 дня надо стоять? Ты готов 3-4 дня АФК стоять у ворот? Нет. Ну вот и я. Извините, а вот если нас вдруг возьмут, нам тоже нужно будет у ворот стоять? Ну, вы вступаете в посольство российское, вы охранниками устраиваетесь. Бля, Рома, ты слышал? Нет. От вас зависит. А, я понял. Короче, нужно сначала в русское посольство, потом устроиться охранниками здесь. А потом он сказал, все зависит от нас. Чувак, просто с автоматом, нахуй. Пойдем в русское посольство сначала. Сначала надо посольство вступить, блядь, сначала. Нам тут бесполезно находиться, у нас тут не возьмут. В мафии они там реально на каких-то мафиозных щах вопросы решают, или как? Ну да, да. Короче, уезжаем отсюда, блядь. Просто, блядь, с двумя автоматами человек ходит за спиной. У него, знаешь, как два меча, два автомата. Короче, надо, если ты вступаешь в мафию, у тебя надо АФК стоять у ворот несколько дней. Как в бойцовском, блядь, клубе. Еще один, смотри, еще один стоит. Че, пацаны, поедем к мы к армянам-то развлекаться? Мне забирать машину или нет? Я просто не понимаю. Че, Рома? Так АФК-то нельзя стоять, нужно постоянно смотреть, что если кто-то подходит, нужно его... Так да, видишь, он шевелится постоянно, даже ещё пиздец. Да. Прикиньте, кто-то пройдет, а ты там АФК стоял, да, тебя не подстраховали. Сразу минус, все с работы еще. Как мне стало плохо, когда я изображал, что меня ебут. Мне прям давай изобразим, я буду женщиной, ты мужчина, выходи. Нет, а зачем добавлять такие эмоты, типа? Гигантская это. Давай. Ну это чтобы здесь можно было девочку снять. Неприличные, секс. Можешь заниматься, видимо, виртуальным сексом внутри GTA, блядь. Нет, это максимум. Сейчас, подожди. Ну вот это максимум. Ну, блядь. Чё, где встречаемся-то? Где русская? Как будто... Знаете, что я делаю? Как будто я копаю, блядь, что-то, или с этим стою, долблю землю, типа. Вот, пойдем к посольству и так сделаем. Да нас кончат сразу, блядь. Давай не на машине, нас машину сразу ёбнут. Вот давай пешком дойдем до этого дауна, близко к дауну, к этому, который вот здесь вот возле ворот. Да иди сюда, куда побежал? Так там же ворот. Я 2 километра до русской мафии, подождите, я должен это увидеть. Да подождите, 2 километра, 1,8. Стой, все, сейчас ждем. Стой, короче, 5. Сейчас ловушку сделаем. Короче, Рома, сделаем сценку вот здесь. Вова подъезжает, подходит к пацану и говорит, извините, а могли бы вам помочь там с чем-то? Короче, он ведет его сюда, и говорит, извините, нам нужен четвертый, блядь. Да он не уйдет от ворот, вы же понимаете, что у него задача. Короче, надо его найти сначала. Вот он, ну блядь, зачем? Вот он, все, он приехал. Я так начал, я правильно понял. Рома, вставай. Давай сюда, давай на... Там ворота открылись. Подожди, не нажимай, на счет три, готов? Давай. Раз, два, три. Поехали.
ну это жестко, да? Тут что-то, блин, ребята там занимаются чем-то очень непонятным. Пойдем ближе к посольству, пойдем ближе. Давай прям возле него встанем, он у камня, Рома. Давай, давай. У камня, он слева камень, давай. На счет три, на счет три, на счет три. Давай, давай, не обращай внимания, не обращай внимания. Давай, 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 давай. Хотели. Готов? Готов? Да. Раз, два, три, поехали. Погоди, вы сейчас скажите, это вот что мы сделаем с русской мафией. Вот так мы со всеми врагами русской мафии будем справляться, если нас возьмете. Вы пришли на собеседование? Ну, нас вроде как взяли, да, сказали, нужно показать одному из чуваков у ворот, как, ну, вообще, как мы будем с врагами русской мафии справляться, ну, вот. Мы френды, просто мы только если вдвоем, мы, у нас любовь, поэтому нам вдвоем надо в одно место обязательно устроиться. Давай, короче, он... поехали, поехали, ты как залез, ты как залез? Он залез, он залез, нужно в тачку срочно съездить. Ты внутри, что ли? Ты внутри? Да. Да, блядь, не переедь. Вот ты по мне ездишь, блядь. Подожди, я в машину сяду, если что, будем спасать Степана. Иди посмотри, что он там делает. Иди посмотри, что он там делает. Там Степан внутрь залез. Там проникнуть, там все, чувак, ушел с ворот. Он ушел с ворот? Блядь, у нас тачки еще говно, еще невозможно уехать с них будет. Как с той стороны? Просто я пробежал все посольство и вышел быстро. Ты по дороге бежишь? Я тебя не вижу. Я по дороге. Смотри, какая у меня машина разъебанная, это все Рома, блядь, за рулем был. У тебя целая машина, блядь. Целая машина, хочешь сказать? Вот это целая машина? Здесь охраны не достает, конечно. Пойдем, пойдем, все, перелазим. А где ты, а где ты? Да, чувак на меня там смотрел. Подожди, подожди, вот я смотрю за, смотрю на посольство, на русскую мафию. Тут никого нет, кстати говоря. А ты забежал просто, ты просто забежал на стену. Это что за чел, это что за чел, это все наши. Я, мне страшно было. Все, все, go. Тебе страшно, что ли? Мне страшно, да. Давай, давай. Ты залез, я не могу запрыгнуть. Сначала на приступочек, а потом... Так я не могу даже на него, а, все, все. Все, все, все. Пойдем вот в бассейн. Подожди, надо бежать, это по стеночке, чтобы не видно было. Я паркуром занимаюсь просто. Ой, тут кто-то там чувак на воротах стоит, и он на меня... Блядь, тут кто-то есть, Рома, тут кто-то есть. Ебать, тут просто Геральт из Ривии, блядь, в бассейне. Бля, бля. Вон там, вон, внутри, внутри. Давай спросим у него, что, как у него вообще, как... Давай, может, собеседование проведет? Здравствуйте, мы на собеседовании, скажи, мы на собеседовании. Он АФК. Я внутри, я тут в бассейне. А, ну, всё, бля, не вопрос, не вопрос. Я на территории, меня не будет, пацаны. Я нет в бассейне. Лол, а вы знаете, что здесь просто ворота? Пацаны, пацаны, я, короче, я туда обратно перелазил, и ко мне с ворот прибежали мужики. Спросили, что я делаю, причем разные. Вы знаете, что здесь просто калитка открытая, типа, она открывается. Просто можно было даже через стену не перелезать. Да? Степан, ты знаешь, что мы уже снаружи? Мы снаружи, мы снаружи. Это моя машина. Не, я на милицию. Что дать, что дать? 100 баксов. У тебя машина есть, какие 100 баксов? Еще раз. Мы приехали к ближайшему магазу. А, вон, вижу тебя. Бумс. Блять, у меня все, все отвалилось, что могло у машины. Вообще все. У тебя целая машина. Что? Это целая? Что? Тут есть, короче, пистолет. Тут есть Tech-9 за 150, лол. Это патроны, брат, это патроны. Это патроны. Так, ладно, мужики, короче, ливнули, потому что у них все залагало и их кикнуло. Тогда мы попытаемся в соло хотя бы бабок заработать, хотя бы на стандартный пистолет. Ну вот Корнилий, он, вот Степан еще стоит, Степану можно прощальный лещ отвесить. Окей, я наконец-то местный дайвер, я наконец-то третий левел, да, начать работу, я готов. Да, отойди. Так, хорошо, теперь у меня есть пистолет за 1000, да, наверное? Какой купить? Вот это, наверное, точность, дальность выше, урон больше, наличка. У вас нет лицензии на оружие? Чего, блядь? Ну окей, ребят, я думаю, на сегодня мы на этом закончим, продолжим в следующий раз. Конечно, с ребятами играть гораздо дешевее, чем в соло. Особенно было весело, конечно, возле русского посольства. Но тем не менее, надеюсь, нас не запомнили, надеюсь, я все-таки смогу туда попасть, потому что у меня же есть в планах попасть, да, в стать боссом мафии и все такое. Ну окей, это был GTA 5 RP, третья часть становления босса. Хотя, с другой стороны, с таким поведением нас вряд ли сделают боссом. Ну и что, ребят, как вам прохождение GTA 5 RP, понравилось или нет, напишите в комментариях. Как вам Степан Кучумай, Корнилий Щукин, напишите в комментариях.
комментариях, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, если вам понравилось, я буду считать, точка идет для вас. Тут один, тут второй, очень интересно, посмотрите там, да как, ага, и до встречи, ребят, в следующем видосе!